начале апреля в Омской области стартовал патриотический марафон «Победа. Молодость. Весна». Первым в череде мероприятий стали дебаты «Гражданственность и патриотизм», где молодежь проявляла ораторские качества и демонстрировала умение отстаивать ту или иную точку зрения. Кто за, а кто против, определяет жребий. Мнение участника может не совпадать с позицией. Здесь главная задача – уметь находить и применять аргументы, хорошо разбираться в теме, быть убедительным. У нас заданы сегодня несколько вопросов, которые касаются патриотизма и гражданственности. Ну, например, такой вопрос, что нужна ли армия контрактная, либо она должна быть по призыву. Это как бы одна из основных вопросов защитников нашей Родины, так скажем. Также вопрос о службе в армии женщин задевается вопрос. Вопрос о том, что можно ли считать патриотом человека, который... Ну, скажем так, не согласен с политикой государства, но любит свою родину. Дебаты очень интересные, потому что здесь две позиции. Нужно быть подготовленными каждой и каждую уметь отстоять. 5 вопросов и по 2 позиции. Получается, это 10 совершенно разных вопросов и совершенно разной информации, которую нужно предоставить. Поэтому, естественно, мы листаем новости сегодняшней России. Мы ознакомливаемся с теми вопросами, которые от нас требуют. Честь команды защищали капитаны, которые аргументированно доказывали предложенную точку зрения и отвечали на вопросы оппонентов и членов жюри. Во время дискуссии молодые люди вспомнили историю России, затронули вопросы внешней и внутренней политики государства и, конечно, попытались добраться до сути понятия патриотизм. В рамках марафона омскую молодежь также ждут военно-тактическая игра «Лазертаг», соревнования по пулевой стрельбе и полевой выход «Мужество. Отвага. Честь». Завершающим этапом марафона станет акция «Звезда героя» и праздничный концерт «Я помню, я горжусь», который пройдут 9 мая.